Уставшие пассажиры круизного лайнера «Коста Аллегра» сошли на берег после прибытия судна в порт на Сейшельских островах. Лайнер, дрейфовавший в Индийском океане, смог дойти до архипелага с помощью буксира. В понедельник из-за пожара в машинном отделении у лайнера отказали двигатели. На борту судна находились более 400 членов экипажа и 636 пассажиров. Неприятные приключения для них закончились. Мы едва избежали трагедии. Если бы нам пришлось высаживаться в спасательные шлюпки, это было бы очень серьезно. В каждой из них в океане могли оказаться сотни человек. Команда действовала очень хорошо. Члены экипажа внимательно следили за происходящим. Мы счастливы, что сошли на берег. На берегу свои проблемы, но их, конечно, не сравнить с теми, что были в океане. Несколько сот пассажиров заявили, что намерены остаться в тех краях и продолжить свой отдых, который будет оплачен компанией-судовладельцем, то есть Коста Крочере. Другие после потрясения спешат домой. Круизное судно Коста Аллегра принадлежит той же итальянской компании, что и потерпевшее кораблекрушение в середине января в Средиземном море Коста Конкордия.